На самом деле, платная парковка – это норма, норма в европейских странах, норма в Америке. Ее надо вводить. Но, во-первых, она должна быть абсолютно соразмерима по цене. Во-вторых, она должна быть качественна по оплате. Я не должен бегать и искать автоматы, которые не работают, и отправлять непонятные смс. Я должен подойти к автомату и оплатить карточкой или наличными. И самое главное, нужно делать парковки не на улицах, а строить их под домами. Город не справляется с движением, именно потому что у нас нет подземных парковок. Вот это парковки, а все остальное – это чушь.